В этой камере 61 мегапиксель. 61! Этим летом компания Sony представила новую беззеркальную полнокадровую камеру Sony Alpha 7R 4. Она может смело конкурировать со средним форматом как минимум из-за своего количества мегапикселей. Если быть конкретней, 61! 61! По сравнению с третьей серией, у данной камеры был улучшен автофокус, так как было увеличено количество точек фазы в фокусировке. Было 399, стало 567. Благодаря этому ты сможешь фокусироваться быстрее, четче, лучше и стать лучшим фотографом. А также был оптимизирован расход батареи, и камера работает чуточку дольше, и благодаря этому ты сможешь сделать на 20 кадров больше. Не знаю для чего, но это совсем не лишнее. Еще изменения коснулись записи звука. Теперь в камере два встроенных микрофона. Благодаря этому звук будет более качественный, шумов меньше, на посте не придется править. Что касаемо внешних изменений, камера стала чуточку больше и тяжелее. Как по мне, это огромный плюс, потому что благодаря этому был улучшен хват, камеру в руке стало держать намного удобней и ощущается как более серьезный аппарат. И самый главный и приятный бонус – это крышечки. Теперь они фиксируются в крайнем положении. И не происходит вот этого. Нам стало очень интересно, на что же способна эта малышка, и мы решили не терять возможность и сделать пару классных фоточек в наш Инстаграм. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись, ссылка в описании. Мы, конечно, понимаем то, что фотографии настолько большого разрешения инстаграм-фотографу просто-напросто не нужны, но это очень круто то, что ты можешь сильно масштабироваться и не терять детализации. И возникает самый главный вопрос – для кого же эта камера? В первую очередь, это камера для людей, которым требуется огромное разрешение и бешеная детализация для разных направлений, по типу как печать для журналов, билбордов и плакатов, а также, если вдруг на посте требуется большое масштабирование. Как итог, компания Sony снова смогла удивить всех своей новинкой. И эту новинку вы уже можете найти в зум-прокате.